Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости и зрители моего канала. С вами Даев. Ну и что же, прочитав десятки комментариев, я понял, что большинство из вас не знает, как начать все-таки старт с ландером, да еще и с пиратами. Давайте разберемся в этом вопросе в данном видео. На первой вкладке новой игры мы видим компанию, которая официально от разработчиков. Далее мы видим пользовательский что-то не влезло. И тут мы совершенно не видим никакого описания, где что у нас происходит. Раньше оно хоть какое-то было, но это сделано для более приветливого отношения к новым начинающим игрокам, чтобы вы не знали, где рисаться. В общем, старт на ландере, на корабле высадки у нас звездная система. А старт с пиратами у нас либо Земля, либо Марс, либо Луна, либо планета пришельцев. Вот как хотите, так и делайте. В общем, мы выбираем обязательно выживание на старт систем. Тут можете менять по своему усмотрению, в принципе, это не критично. Очень советую играть, если вы не с кем-то, то в офлайн режиме, чтобы не было проблем с симспидом и тому подобное. World Generation. Ну, это количество астероидов, у кого слабые машины, те флору ставят поменьше. Я вообще ее отключу, так как мне нужно побыстрее сейчас будет загрузиться. В расширенных желательно выключить ударять корабль возрождения, и я уменьшу дальность. В принципе, тут больше трогать ничего не надо. И мы начинаем загружаться. Тут вот модификации, которые вы, если хотите поставить, мы начинаем загружаться. Если с первого раза вас риснуло среди гор в страшной темноте, то вам придется сделать самоубийство. Это на кнопочку «Стереть», которая находится над энтером. То есть японскую сипуку себе сделайте. На этот раз такой фокус, баг как бы профиксился, и мы сразу выбираем планетарный ландер. Сейчас я вам покажу вторую фишку для новых игроков. Так как у нас сломан полуавтоматический режим и также сломан совершенно в хлам режим разрядки, нам приходится заходить в панель управления и отключать все это все вот это вот, как бы это помягче сказать, только тогда мы сможем лететь. Вот. Тогда мы не упадем. В противном случае у нас урана ровно на 2 минуты, и мы просто, не долетая до земли, падаем. Сейчас мы падаем, и нам это нужно для того, чтобы... Так, гасители включили, давайте газу надавим, нам нужно остановить корабль. Где-то на высоте в 2 километра он остановится. Прикольный баг теперь с батареями, прям суперский. Любой незнающий разбивается 110%. Да здравствуют новые игроки. В общем, сработал у нас гаситель, и топлива нам, как ни странно, хватает на целый час. Теперь мы выходим. О, что у меня с гасителем-то? Выходим. Ну, приземлись-ка. Вылетаем из нашего ландера и нажимаем Ctrl-B. Ctrl, зажимаем, держим и нажимаем B. Пум, все. У нас появился атмосферик ландер. Все шикарно. Больше нам данный мир не нужен, можем, не сохраняясь, прям выходить в главное меню. Потому что на данном старте не пиратов, как вы знаете, а на деф-версии еще и волков нету. Опять начинаем новую игру. Начинаем. И уже easy start. На земле. Здесь без разницы, что выбирать. Но опять же, я поставлю стандартные настройки. Блок лимит — это наша оптимизация, ребятушки. Тут поменьше. Тут так оставим. Оп, затупили. Прошу прощения. Расширенные. Тут уже все это не критично, что вы здесь выставите, совершенно. Опять же, удалять корабль убираем, и включить вибрацию инструмента тоже убираем, потому что она бредовая совсем во всю свою голову. У нас здесь включено все, побольше времени, и загружаемся уже здесь. Поехали. Вот такие вот манипуляции надо проводить каждый раз, если вы хотите адекватно начинать играть и какой-то летсплей, и чтобы было интересно просто. Мне немножко не понимаю. В моих мозгах немножко не укладывается. Почему так? Где описание? Раньше, вот когда я начинал, мне прям было написано там три хабибабле планеты. Это три планеты пустые. Там.
тут вот вы стартуете на базе и тому подобное. Теперь нету этого ничего. Дратути. В общем, как-то так. А особенно вот этот прикол с батареями теперь. Теперь новый игрок начинает в ландере и хренак об землю. Сразу же. Не отходя от кассы. Тут все намного проще. Так как нам наконец-то админ Tools приехал. Допилили очень хорошую вещь, которая нам позволит сейчас все провернуть, не 10 раз не начиная игру и 10 раз не загружаясь. Раньше это было намного все сложнее. Мы начинаем в базе. Сейчас, подождите, разосремся в базе. Что-то у меня все двери позакрыты. База у нас аж обесточена. Вот тоже фокус, да? Привет. В чем проблема? Почему все двери закрыты? Тоже оригинальный старт, да? Не входи, убьет, называется. Наконец-то я смог выйти. Выпускай меня уже. Выпусти. Выпусти. О, блин. Space колонист мертв. Не хочет меня отсюда выпускать. Ладно, не суть важно. Нам нужно нажать Alt F10 и включить Creative Mod Tools. Больше нам ничего, в принципе, пока что не надо. Или мы можем сделать это вот так. И прям сразу выбираем Entity List и сразу же нажимаем Remove. Бум. У нас осталось там несколько корабликов, которые мы тоже сейчас заремувим. Remove. Construction. Remove. Это Remove. И вот это тоже Remove. Все. Как вы видите, у нас есть пираты. Теперь нажимаем контроль игрока. И нажимаем опять Escape. Просто Escape. Отлетаем подальше от всего этого недоразумения. То, что нам мешает, мы нажимаем Ctrl-X. Удаляем все это недоразумение. Теперь отлетаем. Это я отбегаю. Вот тебе раз. Я думаю, что так медленно? Теперь отлетаем на какое-нибудь плоское место. И как вы помните, у нас был добавлен в чертежи ландер. Тормозим. Мы в нормальном режиме, поэтому стараемся не помирать, потому что в противном случае нам начать будет негде. И теперь нажимаем F10, выбираем атмосферный ландер, окей, и Ctrl-V вставить. Нажимаем на кнопку B, чтобы его выровняло, чуть-чуть, чтобы он не касался. Вставляем его. Летит, летит. Вроде как летит, теоретически. Сейчас проверим. Да, все, ландер готов. Нажимаем еще раз Alt F10 и выключаем себе Creative Mod Tools. Все, мы можем строить, мы на ландере, и у нас есть все планеты с пиратами. Постройка будет обыкновенная. Ага, вам нужна стальная пластина. Постройка совершенно обыкновенная будет. Давно я так не начинал. И у вас присутствует пираты везде, на всем мире. Не только волки, а как вы видите, мы строим уже не в креативном режиме. И это, в принципе, хорошо. Мы можем улетать. Не забывайте про баг с батареями. Он присутствует как на деф, так и на стабильном. Но на стабильный хотя бы вон волк бежит. Сейчас мы его догоним. Вот так вот надо начинать, дорогие мои друзья, с пиратами. Советую сразу же, ну там, опять в атмосферу взлетать можно и не взлетать, как вы знаете. А вот уран найти надо будет сразу, потому что в противном случае у вас вот данные, как бы это помягче сказать, дроны, они просто задолбают. В прямом смысле этого слова. Они задолбают. Есть второй вариант, которым я тоже с вами поделюсь. Это для тех, кто свою планету, например, создаст или еще что-нибудь. Либо хочет именно по-настоящему настоящий старт сделать. Вы начинаете именно на тех условиях. Также есть в мастерской. Сейчас выйти в главное меню. Я сохранять данные не буду. Ссылочку дам в описании. Один человечек все это уже проделал. Сейчас начинаем новую игру. Загрузить мир с подписки. Выбираете данный мир. Скопировать и загрузить.
Больше тут, в принципе, ничего делать не надо. Ссылочку на данный мир... Кстати, все миры находятся именно в этой вкладке. И сейчас посмотрим, что нам предлагает человечек. Ну, скорее всего, он сделал то же самое, что я только что сделал при вас. Чтобы вы знали, как это делается и как начинать выживать, и чтобы присутствовали пираты. Пираты также есть на планете пришельцев, на Марсе. Чуть не сказал, на Луне, по-моему, их нет. Или есть, не помню, если честно. По-моему, есть все-таки кто-то там на Луне. Но имейте в виду, если у вас включены астероиды, астероиды теперь бьют везде, где присутствует какая-то решетка. То есть они стукнут и по пиратам на планете пришельцев, несмотря на то, что вы сидите на Земле, и к тому моменту, когда вы разовьетесь, чтобы их более-менее изнасявкать, этих пиратов, большая вероятность, что от них уже нифига не останется. Особенно на сложности катаклизм и на сложности, к примеру, Армагеддон. Армагеддон вообще в голову стукнутый. Вот мы начинаем. И, в принципе, то же самое, что мы и видим, у нас ландер и пираты. Для тех, кто не хочет особо запариваться себе, можете прям так сразу же и сделать. Но не... Кто здесь? А, это вы. Но не забывайте про... О, какое у меня тут растение. Про батареи. Отпусти. Так. Сейчас посмотрим. У него, наверное, еще и трастеры все выключены. Да, трастеры выключены. И, как видите, ship will critical, и мы сейчас упадем, если не на батареях не уберем вот этот вот бред. Ctrl-A. Выделить все. Назначить себе. Все. Все мое. Никому ничего не дам. Вот вы можете начинать выживать. После двух таких небольших действий. Ну что ж, дорогие мои друзья, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, как все-таки начать на пиратах. И с ландером. Вот он тоже около водички начал. Ну, какой водички? В этой игре физики водички нет, к сожалению. Около льда. Ну, а всем вам огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Пишите ваши комментарии, ставьте ваши оценочки. Я думаю, я ответил на все ваши вопросы. Спрашивайте, если что не ясно. Пишите в группу ВКонтакте. Поглядывайте, там у меня много всего интересного бывает. Ну, а всем вам огромнейший лайк за просмотр. Дайте мне хоть мой лайк. Огромнейший лайк вам всем за просмотр. Всем приятной игры. Повыше FPS, поменьше багов, лагов. Всего вам всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Ship fuel love.